Всем здоров, здесь с вами Диман Ди. И вы спросите, почему у меня в руках вот такая вот коробочка? И помните вчерашнее видео, помните на них какое было качество? И это благодаря вот этой коробочке. Точнее, не благодаря ей, а благодаря телефону, который лежит в ней. И сегодня у нас будет обзор этого телефона HTC Desire 620G. Значит, открываем. Вот видим наш телефон. Купил его только вчера, точнее вчера, 11 декабря. У меня был день рождения, я его купил. Сегодня у нас 13-е. Вот. Тут были вот в этих двух клеточках наушники и зарядное устройство. Вот. Такой вот сам у нас телефон. Давайте посмотрим все его настройки. Открываем. Я его уже использовал, брал. Так. Снимал на него видео. Закачал приложение. Давайте, например, зайдем в YouTube. Так. Так, Versus я смотрел. Ща. И посмотрим какое-нибудь видео. Ну, вот, например, канал Китай Бугага, например. Один канал без матов. Посмотрим звук на этом телефоне. Так, сейчас у нас пройдет реклама. И качество. Какое на нем качество? Надо выбираться отсюда. Осторожно. То есть на нем можно максимум смотреть 720p. Интересно, а что бы было, если бы я упал в эту ванну? Вот, ну конечно, на моей камере это покажется не так, но не суть. И давайте теперь посмотрим на нем камеру. Android на нем 4.4.2. Камеру смотрим. Вот она камера, очень-очень прям четкая, но вам это видно не так уж. Так, дальше, передняя камера. Вот, тут я, здрасте. Передняя камера у нее 5 мегапикселей, у него точнее. Вот, и, ну, телефон просто замечательный. Давайте вот, например, вот, посмотрим, с какой скоростью открывается приложение. Вот ВКонтакте, например, я зашел. Вот оно открылось. Дальше, например, вот Инстаграм зашел. Открылось все. Вот. Ну, впрочем, телефон очень хорош. Не знаю, что рассказывать. Обычно обзоры снимают по 15 минут. Вот, игры на него идут все, FIFA 17 та же, замечательно идет, только не помню, я её, по-моему, удалил, да, ну, все на нем идет. Давайте зайдем вот в настройки, память у него 8 гигабайт, по-моему, у меня сейчас стоит CD, так, 8 гигабайт, вот память, как вы видите у него, так, CD-карта у меня стоит еще тут. Вот, что еще можно на нем посмотреть. Так, лишнее приложение на нем установлено. Ну, вы видели качество вчерашних моих роликов. Сейчас покажу вам еще раз. То есть, это было просто что-то. То есть, телефон работает, вообще ничего не заедает. Вот. И, ребят, нажимайте на колокольчик под видео. Вот, например, качество. А, нет, у меня тут на самом телефоне сейчас 360 стоит. Ну, ладно. Ну, ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор этого телефона. Вот. Будут вопросы по нему, пишите. Я отвечу. Вот. Ну, ладно. Всем спасибо. Всем пока.